Доброе утро, мои дорогие. Я нахожусь на улице Пушкина. Пушкина, пересечение 31 августа. И, как вы уже слышали, в Кишиневе готовят место для памятника королевы Румынии. Церковь не возражала, но позже оказалось, что высота памятника будет внушительных размеров, да. И священники сочли неприемлемым. И этот процесс поставили на паузу. Сейчас я подойду поближе и покажу вам. Я вижу, что загородили сеткой. И там убирают тротуарную плитку. Так что процесс пошел. Установят вот возле этой церкви, возле лицея Саки. Сейчас я пройду сюда. Здесь загородили. Ну, так, ой, как-то так загородили. Ну ладно, я пройду, ничего страшного. Все заходят, и я тоже зашла сюда. Так что вот ведутся ремонтные работы. Демонтируют старую плитку. И вот на этом месте, в Кишиневе, установят памятник королевы Румынии Марии. Покажу вам поближе. Люди работают. Так что ждем. А я уже пришла вам показать. Сама посмотрю, вам покажу. Остановка и лицей Асаки. Георгий Асаки. Все, всем хорошего дня, отличного настроения. Всем мира, добра, здоровья и всего самого наилучшего. Всем пока-пока.